мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный. И сегодня вкусные, аппетитные, пышные пончики. Вы со мной? Тогда папа Луи ждет нас всех. Давайте сыграем, тем более мы неплохо постарались в прошлый раз с проходимцем. И сегодня у меня будет более серьезная задача. Итак, вот она моя скейтистка, скейтбордистка, не знаю, кто она еще. Одежды новой у меня, конечно же, нет. В магазине я кое-что могу себе позволить купить. Чего бы такого прикупить? Может быть, ускорение? Давайте ускоримся разочек. Ну, а на большее, конечно же, не хватит. Что ж, пойдемте. У нас сегодня Мэри. Привет, привет, Мэри. Надеюсь, что только ты придешь и больше никто. О, у нас 17-й день, ребята. Это серьезно, это серьезно. Может быть, скоро будет 20-й и будет мега сложно. Что ж, давайте посмотрим, чего хочет Мэри. Правда, я уже совсем забыла, как это делается. Ладно, белый корж, белый корж, белый корж. Прокатываем. Теперь, ой-ой-ой, не так. Раз, и два, и три. А у меня уже следующий клиент. Ой-ой-ой, нет, я пока не могу этого клиента принять. Мне надо поставить вот мои симпатичные, мои замечательные. Все, теперь могу принять. Ну-ка, пончики заказывайте получше, пожалуйста, поинтереснее, да. Это достаточно интересный. Коричневый, еще коричневый. Давай, прокатывай. И раз, и два, и три. И следующие пошли жариться, париться, кочегариться. Что ж, уже переворачивать, по-моему, пора. Давайте немножечко поторопим эти пончики. Перевернем. И тут поторопим, и тут немножко поторопим. И возьмем следующего клиента. Ой, она уже злилась. Бруно Романа такая нетерпеливая, просто кошмар. Так, здесь еще веселее, чувствую, будет. Так, теперь вот это вафельное, вот это пончиковое и вот это с дырочкой. Отлично. Так, что нам тут переворачивать-то? Все? Ой, замечательно. Все перевернули, идем дальше. Так, здесь мы все сделали, а здесь мы все жарим. Ой-ой-ой, эти пончики пора уже снимать. Снимаем, снимаем, снимаем. А вот эти на зажарочку ставим. Что ж, еще долго, поэтому мы спокойно можем приготовить следующий пончик. И первый рецепт. Итак, первый, второй, вот этот второй, третий. Отлично, теперь вовнутрь, только сюда, по-моему, да. Теперь будем макать. Ой, мы же еще не успели помакать как следует. Ладно, снимаем. Ой-ой-ой, а тут уже переворачивать, кажется, придется. Это веску. Ай, переворачиваем, раз. Нет, это еще не готово. Давай же поскорее готовься. Вот, отлично. Теперь сюда это веску макнули, а это в клубничку. Ой, замечательно. Дальше у нас идет кокосовая стружечка. Вот так вот, вкусняшка будет неимоверная. Дальше вот, слушайте, голубое на голубом, это, конечно, нечто. Теперь нам нужно вот поливочка, поливочка. Главное, чтобы она ничего такого особенного не сделала. Вот, отлично, все готово. Так, что у нас тут? И тут у нас готово. Слушайте, у нас все пончики готовы, представляете? Вот здорово! Ну что, отдаем Мэри. Мэри, скажи, что это просто великолепно! Она даже недолго ждала, представляете? Мы, наверное, примем сейчас еще одного клиента. Слушайте, очень много клиентов в этой игре. Просто невероятно, какие сложные! Ладно, так, по-моему, это вот такая... Белая и белая. Прокатываем. Теперь еще один клиент. Ребят, вы что, издеваетесь надо мной? Да я же ничегошеньки не успеваю. Так, первые пошли.
и сразу их жарить, кочегарить вот так. И следующего клиента, а противного клиента принимаем. Он пятый и он противный, так что мне немножечко повезло. У меня не так уж много заказов. Итак, берем раз, берем коричневый и белый. Все разные, представляете? Так, это с дырочкой, и это с дырочкой, и это. Да, тут все одинаковые. Это очень удобно. Так, только вначале мы пожарить поставим. И главное, все друг за дружкой. Теперь идем кочегарим дальше. Для следующего клиента у нас раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я ничего не успеваю. Так, где у нас следующий клиент? Ай! Следующий клиент. Раз и два и... Ой, по-моему, я что-то перепутала, ребята. Так, белый, коричневый с дырочкой, белый и вот этот вот, да, палочка. Так, внутри шоколад, здесь шоколад, здесь последний, здесь тоже шоколад. Супер, теперь будем вмакивать. И раз, и следующий шоколад. Ой, а следующий мы уже не успеваем. Так, и куда еще? Так, в шоколад, в шоколад и тоже в шоколад. Надеюсь, что получится вкусно. Так, дальше присыпки. Горюшка, горюшка, какие же здесь сыпать присыпки. О, да, супер. Конечно, это очень сложно, когда там все кипит, тут все не дожаривается, там все надо присыпать. Давайте маршмеллоу хорошенечко. Так, здесь мороженое, отлично. Мороженое и печенье. Слушайте, почти быстро. Ну, еще бы чуть-чуть, и точно было быстро. Так, ну что, снимаем? Ну, давайте поскорее уже. Вот, спасибо большое. А это мы отправляем. Второй заказ, это было долго. Я знаю, но... Понравилось! 91% дали, представляете? Что ж, давайте сделаем третий заказ. Итак, последний заказ, вернее, не третий, а последний. И с белой с дырочкой. Вот. Теперь вовнутрь только этому нужно. Отлично. И его же мы макаем, макаем, макаем куда? Вот сюда. Так, а этот в шоколад. А этот в си-си-си-си-си. Вот. Супер! А теперь главное ничего не перепутать. Итак, здесь я делаю быстро. Здесь я мороженое делаю еще быстрее. О, здесь ровненько нужно пробовать. А здесь конфетки, смотрите. О, карамелька классная. Правда, немножко промахнулась, но ничего. А еще нужно радугу. Вот, и радугой посыпем. Ну что ж, готово. Пятый заказ уже готов. Давай, Хэнк, ну скажи. Классно, классно. Только присыпка ему не очень понравилась. Ну да, я правда промахнулась немножечко. Так, что теперь? Коричневый раз, белый и с точечкой. Супер. Так, теперь внутрь. Сюда, сюда и сюда. Отлично. Теперь мак-мак вот сюда. И у нас клубничка. И у нас еще один шоколад. Ой, слушайте, ребята, это становится просто. По сравнению со всем остальным, с жаркой за жаркой, то это, наверное, проще всего. Но здесь, конечно, тоже сложно, потому что нужно аккуратно приготовить. Дальше маршмеллоу. Отлично. После маршмеллоу у нас идет вот такое вот печенье. Вот сейчас получится вкусно. Я вот прям чувствую. Все, готово. Третий заказ. Ну, знаю, что долго. Ну, 87%. Это очень долго, ребята. Это правда. Так, ну что ж, главное... Ой-ой-ой-ой, не то. Вот так и вот так. Теперь внутрь только предпоследний и последний. Теперь макаем. Во что же макнем? Сахар и вот эта штука вкусная. И шоколадка. Супер! А теперь нужно все быстренько поливать. Итак, поливаем первым, находим следующий. Только глазами успевай двигать. Вот. Находим следующий. Шоколад. Вот тут вот сложнее всего, когда пончик с дырочкой получается, сложно отвлечься. Вот здесь можно спокойно смотреть на следующую присыпку, а здесь попробуй отвлекись. Ну, Джонни, твоя подружка довольна. Да,
92%. Ребята, только один клиент дал мне меньше 90%. Значит, я должна неплохо подзаработать. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну же, 92%. Это супер результат. Спасибо. 10-й ранг дадите? Ну, дадите 10-й. Да! Ой, это будет здорово! Проходимец будет в восторге, когда мы вернемся вместе с ним в эту замечательную игру. А пока я нам подзаработаю чего-нибудь интересненького. Ну-ка, давайте посмотрим, что бы это могло быть. Ага. Так, ну, ой-ой-ой, да, я, конечно, игрок, то, что надо. Вот так это, кажется, делается. Ну, давай же, еще немножечко. О, отлично, только мало. О, шапочка, модная шапочка. Клево, давайте еще раз попробуем. Надеюсь, здесь не будет так сложно. Что ж, мы попадем. Ну, мы же попадем. А, нам вообще не в ту сторону, ребята. Слушайте, а я смотрю, вот эти штуки, они вообще мешают. Так, погодите. Вот так вот. О, вот здесь вот прям хорошо. Так, а дальше-то куда? Дальше мы врежемся. Слушай, обогнули вишенку, представляете? Ай-яй-яй, слушайте, это сложно. Ой, что же я делаю-то? Да, сейчас я наверняка ничего не получу. Давайте еще раз попробуем, потому что я вначале, честно говоря, совсем протупила. Давайте я еще раз попробую. Мне надо вот сюда попасть. Отлично. Во, вот так хорошо. Смотрите, я со второго раза попаду. Так, и в луночку. Ха-ха, получилось. И кофточку новую. Так, друзья, я хочу еще раз. Наверняка я еще какую-нибудь одежду заработаю. Итак, вначале вот сюда. Вы не говорили, что она будет отталкиваться. Прямо, ну, пожалуйста. Нет, значит, не сюда. Давайте вот сюда. Да что ж такое, слушайте, это нечестно. Ладно, будем бить вот так и вот так. О, почти. О, еще чуть-чуть, еще один ударчик, и я попала. Да! Правда, наверное, одежку не заработала. К сожалению, слишком много было ударов. Ну что ж, это уже сложно, честно говоря. Давайте мы поменяем одежду моим самым симпатичным. Так, вот у меня новенькая одежда. Смотрите, какая модная. Так, а еще есть кепочка. Вот такая. Ого, какая классная. Только ей, к сожалению, к этому костюмчику не очень идет. Ладно, посмотрим на следующую. Вот. Вот ей, может быть, и пойдет. Ой, она такая модная стала. А давайте подберем ей чего-нибудь. Кстати, это тоже неплохо. Мне даже нравится. Можно такие темненькие одеть. И все, наверное, да? Больше, а может быть вот так вот? Нет, красная отсюда вообще никак не подходит. Ладно, давайте еще посмотрим. Ну-ка, вернем вот этот костюмчик. Или оденем вот этот прямо очень модный. Только жакет нужно убрать. Где у нас жакет? Не нужен нам жакет. О, вот какая она модная стала. Так, а юбка? Может быть юбка не надо? Может быть оставить? Я даже не знаю чего. Так, где тут юбки? Нет, это скейт. А юбки где? Вот, штанишки вот такие вот. О, смотрите, какая она прикольная. Или юбочка лучше. В общем, не знаю. Оставлю пока юбочку. Ладненько, отлично. Одна обновка и вторая обновка. По-моему, очень даже ничего. Хотя, мне кажется, кепочка бы ей больше подошла. Вот такая. Ой, нет, такая точно не подойдет. Вот такая, да. Когда она модная, это намного круче. А еще я зайду в магазин. Неужели мне больше нечего купить? Нет, я хочу на это заработать. Поэтому я обязательно сюда вернусь чуть-чуть попозже. А сейчас попробуем пройти день выше, чем на 92% и приблизиться к 20-му дню. Тем более у меня мед и должно быть что-нибудь вкусненькое. О, да, ванильное мороженое. Это новая макалка. 18-й день, надеюсь, не будет таким сложным. Как бы мне продумать стратегию? Ой, что это он нам несет такое? О, надо ему очень быстро приготовить, он нам отдаст эту штуку. Я прямо это в этом уверена. Все, закрываем глаза на всех, готовим только ему. Итак, раз, два и три. Прокатываем. И раз, и два, и три. Отлично, все. Ни на кого не обращаю внимания, делаю только Мэтту, новенькому.
Ну давай, 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 я очень хочу, очень. Так, и тебя надо увеличить, отлично. И тебя увеличить, супер. Давайте, давайте, миленькие, вы должны приготовиться за 2 секунды. Я хочу это Мэтту вручить. Прямо ему собственноручно. Вот так вот. И вот так вот, все. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, колокольчик. Раз, давай. Ну давай, ну давай еще немножко. Два, давай еще чуть-чуть. Три, ладно, приму еще одного клиента, а то обидится. Ай, Мэтт, погоди немножко, мы тебе сделаем просто шикарно. Ого, ничего себе. Ого, уже следующий клиент идет. Так, срочно, Мэтт. Быстро, 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 быстро увеличиваем скорость. Жалко, что сразу на 3 пончика нельзя увеличить скорость. Так, где там Мэтт? Он просто обязан мне отдать то, что принес в руках. Я вот прямо это чувствую. Так, первый пошел. Сразу как звонит, сразу снимаем. Это значит, что заказ будет просто великолепным. Вот так. И сразу ему все готовим. Так, в начале чего-то. Вот, раз, потом два и потом три. Теперь внутренность, внутренность сюда и внутренность сюда. Теперь будем обмакивать, только ровненько, вот, отлично. Теперь вот это обмакивать будем и вот это, мороженое он хочет, смотрите. Новый клиент, смотрите, как красиво у меня получилось обмакнуть. Теперь берем и ни капли не прольем, это будет просто идеальный пончик для первого клиента. Так, здесь мы берем вот эту штучку и тоже посыпаем, ни крошечки не рассыпав. Здесь мы берем вот эту штучку и, конечно же, красиво все рисуем и печенье. Вот, будет быстро, красиво, и он обязан нам отдать то, что принес. Мэтт, скажи, что это клево. Да, 98%! Ну, отдаешь? Отдаю. Чего это он ничего не отдал? Я думала, что он отдаст нам эту наливочку, а он ничего не отдал. Зря я ему готовила, так старалась, честное слово. Ну и ладно, у меня есть еще клиенты. Так, кстати, у меня там ничего не горит? Нет, кажется, ничего. Придется готовить по-быстрому. Вот, понадеялась на этого Мэтта. Оказалось, что это всего лишь обманка. Ну что ж, ничего страшного, ничего уже не сделаешь. Ставим все готовить, делаем заказ номер 3. И у нас белый, белый и такой. И у нас вот так вот, вот так вот и вот так вот. Супер! Так, ставим следующий заказ и ставим последний, 4-й, предпоследний заказ. Что ж, берем белый, белый и белый. Это легко, без дырочки, с дырочкой и еще раз с дырочкой. Ну что, кто-то пришел? Наверное, самый большой злюка пришел. Что ж, мы его сейчас встретим, только вначале перевернем. Ну что, где там наш злюка? Вот она, собственной персоной. Да слышу я тебя, ты хочешь, чтобы очень вкусно. Сейчас сделаем. Итак, белый, белый, тут все белое, по-моему, да? Вот. Отлично, только вначале мне нужно переворачивать вот этим. Хорошо, здесь тоже скоро будем переворачивать, а здесь будем готовить. Итак, раз и два и вот такую штучку 3. Ой, замечательно, теперь все на газ. Смотрите, у меня все одновременно, 2 и 3. Так, тут переворачиваем, а тут снимаем, это будет 2-й заказ. Что ж, я пошла его готовить, иначе меня будут ругать. Раз, два, три. И вовнутрь. Что? Во второй и в третий. Опа. И эту мы делаем раз. И эту мы делаем два. И эту мы делаем 3. И двигаемся дальше. Супер. Так, теперь наливочки. Только вначале мы смотрим, что мы такое не сделали. Вот. Раз, два, 3. Готовься, готовься. Так, наливочки, поливочки, переливочки. Кладем, льем, делаем красиво. О, нет, опять перевороты. Да, это перевороты важные. Потому что это... Чего? Еще что-то не перевернула. Ой, снимать пора. Ну что ж, это хорошо, что нужно все делать одновременно. Так же быстрее все будет. Итак, и, конечно же, кокосовая стружка. Отлично получилось.
Все, я готова отдавать. Надеюсь, что ты быстро скажи, что классно. А, да, супер! Почти 80%, но нет, 90%. Так, здесь еще ничего не приготовилось, и мы делаем третий заказ. Итак, раз, ой, уже приготовилось. Ладно, снимаем. Твой заказ будет следующим, но все равно мы вначале сделаем третий. Очень быстро. Так, это вот так. Теперь нам нужно вовнутрь, ничего не надо. Наконец-то, только сверху шоколада. И тут еще немножечко, и тут еще чуть-чуть. И ничего не забудь. Так, вот здесь вот, ой, что-то я плохо макнула, ребята, мне не нравится. Так, еще вот эта с дырочкой, мне очень не нравится, когда приходится, ай-яй-яй-яй, думать. Во, вот сейчас я не думаю, что мне нужно. Я смотрю, что следующее у меня должно быть. Вот так вот, хорошо. Отлично, все, готово. Ну, Джеймс, только не... Нет, 86% ожидания. Я думала, быстро получится. Не получилось быстро, что ж, мне нужно сделать пятый заказ. Итак, раз, два и три. Супер, теперь внутренности. Раз и два. Все, больше внутренностей нет. Теперь поливалка. Это сюда, это вот сюда и это вот сюда. Ничего вроде бы не перепутала. А теперь поливалка с другой стороны. Итак, мед вкусный-привкусный. Теперь кокосовая стружка. И, конечно же, еще одна вкусняшка. О, вот так мы полностью так сделаем. Все, готово. Пятый заказ готов. Квин, это вкусно. Да, 92% дала мне Квин. Хотя не понравилось, как я ей все пополивала и посыпала. Ну что ж, не нравится, не надо, не ешьте. Так, а здесь нужна клубника. Клубника раз, и что самое интересное, клубника два. И все. А нет, еще нужно макнуть, что-то я все позабывала. Раз, и клубничка, и эсечка, давай. Вот, супер. И теперь сверху быстро-быстро льем клубнику, так красиво. Дальше сыпем кокосовую стружку, вот так ровно. Потом маршмеллоу, как же его найти так быстро. И опять, о, смотрите, как у меня получилось. И сверху еще кокосовая стружка. Ай, замечательно, все, готово. Шанон, ну, 92% дала, но ожидание просто мега огромное, это правда. Ну что ж, давайте посмотрим, что у меня в результате получилось. Вышло больше, немножко. 96%! И это просто невероятно! Это 18-й день, друзья! Это круто! Я довольна, очень довольна. Я надеюсь, что проходимец тоже будет доволен. Тем более, я подзаработала немножко денег, и он сможет выбрать, что купить для нашей пекарни. А вы, дорогие друзья, пишите в комментариях, на каком вы дне находитесь. Мне очень интересно. А еще, какие тут будут новинки, чтобы я точно знала, к чему мне быть готовой. Ну а на сегодня все, друзья. Не забывайте подписываться на канал Супер Развлекательный и жать колокольчик. С вами была Болтушка-Веселушка. Чао, какао!